650 только государственных, я точно не могу сказать статистику, но тем не менее, это субсидии, каждый год субсидии выделяются. Президент сказал вообще, что сейчас хотят лишь, он уже сказал об этом, он хочет освободить от налогов на прибыль, в том числе и театр. Значит, театр теперь сможет прибыль брать и направлять как, на зарплаты, на развитие, что там не знаю куда. Вот все он сказал, что хотят нарезать. Господин Медведев сказал, премьер-министр наш сказал о том, что слишком много театров. Мы лишние, очень это, много лишних театров. Я считаю, что это возможно. Будем еще раз я говорю, уважать и просто комментировать. Если хотите что-то сказать, пожалуйста, подходите, говорите, и выберите с местного. Пожалуйста, давайте будем еще раз идти последовательно. Еще потому что идет трансляция, люди нас смотрят, в том числе сейчас в интернете. И чтобы не становиться как таким, чтобы сказать, вот мы собрались, так скажем, представители актерского цеха, и вот у них шум, как это бывает, чтобы мы друг друга уважали, и люди все-таки взрослые. Вот сидят молодые люди, студенты, будущие поколения, скажем, артисты, которые сейчас посмотрят. Хорошо, пожалуйста. Спасибо. Я председатель Московской городской территориальной организации Российского профсоюза работников культуры «Криминальный интернет». В первую очередь я хочу поблагодарить общественную палату, комиссию по культуре и лично Кириса за то, что сегодня этот вопрос о востребованности актеров рассматривается на поле вот, общественной палаты. Мы уже как бы были на нулевом чтении этого закона. И эксперты общественной палаты подготовили очень хороший рабочий тезис. Я впервые за 10 лет увидела такую достойную работу, которая действительно написана очень грамотно, которая как бы поддерживает нашу многолетнюю позицию по отношению к артистам, когда мы почти каждый раз, находясь на любых трибунах и власти, и общественной палаты, и УНФ, мы всегда заявляли, что артисты на сегодняшний день самый дискриминированный класс. Хуже, вот, на наш взгляд, на сегодняшний день рабочих, не рабочих, а вообще профессий нет. Потому что настолько вы все зависимы и от режиссуры, и от руководителей, и в Трудовом кодексе все отдано на откуп локальным нормативным актам, которых мы даже профсоюзы, я считаю, что мы стараемся, как бы, чтобы закон соблюдался и так далее. Но мы настолько при сегодняшнем законодательстве бессильны, мы прошли все этапы, мы обращались вплоть до президента не один раз, и петиции, что только мы не делали. Мы на сегодняшний день признаем, что мы практически бессильны вас защищать. Единственная наша защита на сегодняшний день, что мы видим, это нам нужно объединяться. Какие хотите организации, общественные, необщественные, но мы должны объединяться, и вот как сегодня благодаря нам собрались здесь, мы должны все громко говорить о том, о наших проблемах. И чтобы нас слышали. Другого пути, к сожалению, на сегодняшний день мы не видим. Но я вот хотела бы вас все-таки попросить, вот эти рабочие тезисы действительно очень хорошие, потому что здесь говорится о том, что декларируется признание исключительной роли творческого работника в культурной деятельности, его социальных прав. Говорится о том, что будут нарушаться этим законом права детей и подростков, окажет негативное влияние на состояние творческой атмосферы и учреждений культуры. Говорится о том, что если работодатель не может обеспечить работы, даже в тех же массовых сценах, то этот труд должен оплачиваться в полном объеме. Говорится о том, что оценка востребованности статьи может привести к злоупотреблению со стороны работодателя путем предоставления работодателю неограниченного права по расторжению трудовых договоров с творческими работниками, с которыми заключен трудовой договор на неопределенный срок. Может привести этот закон к утрате театрами
статуса репертуарных театров, поскольку будет отсутствовать преемственность школы традиций при часто сменяющемся составе творческих работников театра. Может, невостребованность творческого работника может быть обусловлена неквалифицированными действиями работодателя, менеджмента учреждений культуры, что на сегодняшний день часто происходит в Москве. Потому что приходит руководитель, который не способен работать с заслуженными инородными. Что он делает? Естественно, он убирает молодых, которые будут его слушать и не будут перечь. И мы не видим этих народных и заслуженных театров. Востребованность, и говорится здесь, что востребованность творческого работника зависит от грамотного, подобранного репертуара и комплектования творческих труб. Введение института оценки приведет к полному вытеснению трудовых договоров, заключенных на определенный срок, на неопределенный, что содержит риски утраты преемственных творческих школ творческих династий. Поэтому я предлагаю нам всем поддержать вот эти рабочие тезисы и обратиться к общественной палате, чтобы они разослали это и в СТД, и в Думу, в правительство, и в президенту. Потому что это действительно, на мой взгляд, может стать трагедией для учреждений культуры. Еще я услышала, когда сами творческие работники говорят о том, что надо с вами заключать договора. Но вы понимаете, на сегодняшний день эти договора будут лишать вас гарантий, установленных для других категорий работников. Почему мы сами должны с вами об этом думать? Нельзя нам с вами на это соглашаться, вы меня извините. Работодатель, ему дают театр, он приходит в театр. Если ты такой умный, ты берешь на себя ответственность, то, пожалуйста, и обеспечивай работой нас. Почему мы должны думать, что ему там плохо, он не может нас всех занять? Если ты согласился, будь добр исполнять свой трудовой договор. Но вы все готовы играть и днем, и ночью. Вы без работы жить не можете. Почему вы ставите такой вопрос? Вы должны забыть вообще об этом. И должны думать о том, чтобы внести в трудовой кодекс все те изменения, которые положены для других категорий работников. Почему нас должны с вами дискриминировать? Почему все отдаются на откуп каким-то работодателям, которые то ли могут справиться с театром, то ли не могут? Потому что, еще на мой взгляд, страшный совершенно вопрос. Когда в стране мы обращались по многим театрам во многие инстанции. В стране никто не может повлиять на решение ни Департамента культуры города Москвы, который назначает неграмотных руководителей, непрофессиональных руководителей. Никто не может повлиять на принимаемые работодателем или худруком какие-то решения, потому что Департамент культуры, Министерство культуры не имеет права вмешиваться в деятельность учреждений культуры. Такое законодательство нам отвечают все в стране. Вы понимаете, что страшно? И вот наша сейчас основная задача добиться и от правительства, и от президента, и от всех уровней власти сохранения всех существующих на сегодняшний день учреждений культуры. Первое. Второе. Достаточное финансирование, потому что нам на сегодняшний день говорят, что на сегодняшний работодатели отчитывают перед Департаментом культуры, что они выполняют дорожную карту, что выполняется указ президента о повышении зарплаты, что у всех работников театров около 70 тысяч заработной платы. Но такого нет. По нашим данным, максимум это 43 тысячи. Но ведь они же как-то отчитываются. Ведь у них принимают эти отчеты. И мы никак не можем добиться от власти, чтобы действительно показали, как это все происходит. На мой взгляд, еще, понимаете, еще какой момент, вот мы сталкивались. В одном театре работают работники, артисты, участвуют в спектакле, хороший спектакль, зал заполняется, спектакль хороший. Эти люди получают 40 тысяч в месяц. И в то же время работодатель имеет право по договору гражданского договора привлечь другого артиста, другого театра. И платить ему 240 тысяч за одну единицу.
Мы не знаем, что это спектакль или что это. Но за одну единицу. При этом те, кто участвует в спектаклях, вот 40 тысяч получают не те, кто один спектакль в месяц играет, а по 8-15 спектаклей в месяц и главные роли играют. И они получают 40 тысяч. И им говорят, что денег в театре на повышение зарплаты до 70 тысяч нет, но 240 тысяч платить одному актеру. На это деньги есть. Поэтому мы должны обратиться к руководству с тем, чтобы первое, значит, сохранить, финансировать, и все-таки, чтобы была возможность общества контролировать рациональное использование бюджетных средств. Спасибо. Лидия Сергеевна, секунду, сейчас, подождите. Я хочу, спасибо, Лидия Сергеевна, напоминаю, председатель Московского городского.